В этом году мы проводим наш юбилейный маленький конкурс «С любовью к футболу». Он уже у нас пятый. Мы от всей души, от лица футбольного клуба поздравляем наших дорогих болельщиков с наступившим Новым годом, с тем, что у нас появился новый, старый главный тренер. Мы поздравляем наших футболистов, что у них начался наконец-то тренировочный сбор первый в Севастополе. Мы ждем от нашей команды победы, хорошей игры, поэтому пожелаем вам тоже в первую очередь удачи, ребята. Вот. Ну и поблагодарим тех болельщиков, гостей этого замечательного заведения, о том, что вы все-таки принимаете участие активное в жизни клуба, что вы не забываете, и, собственно говоря, в этой рубрике в том числе. У нас представлено сегодня 7 номинантов. Люди были в разных уголках страны, вот, в разных уголках мира, прислали свои фотографии, которых популяризирует наш клуб во всех уголках нашей земли. Мы хотели бы поблагодарить кафе «Гранд», партнера нашей дисконтной программы ФК «Севастополь», за предоставленную возможность провести этот замечательный вечер в стенах этого великолепного зала, где наши болельщики все-таки смогли задать вопросы нашим любимым футболистам на те темы, которые их больше всего интересуют, а именно о футболе. Спасибо.